Всем привет, вы на канале Летний. И мы продолжаем приходить это Half-Life. В прошлой серии, короче, я продолжаю подряд записывать в этот же день, потому что так выгоднее мне на самом деле получается. И в прошлой серии мы вот тут, короче, разнесли этих чуваков. Здесь контейнеры, здесь вот эта вот вся хуйня, здесь газ у меня. Неплохо, тачка. Поехали, собственно говоря, посмотрим, потому что я не знаю, что там дальше. Что у нас ждет дальше, в принципе. Но мы едем спокойно. О, блядь. Вот это хуёво. Я могу разбить ее, наверное. Ха-ха, ну да. Прекратить выполнение задания объект Фримен. Причина потерянной необходимой для выполнения ресурсы. А, даже так может быть. Окей, здесь надо разогнаться. Я вот что понял. Тихо, не стреляй, собака. Главное вписаться в поворот. Нихуя. Так, я что-то делаю неправильно. Причина потери необходимого задания ресурса. Так, что я делал не так? Надо разнести этот. О, блядь. Он хуярит знатно. Че, может подбьем его, не знаю. Но я так вылечу, нет? Я вылетел, хорошо. Без проблем, это вообще без проблем. Только не врезайся. Тихо. Вылезай, потому что что-то здесь пизда. Блять. Где мой этот гранатомет? Собака какая. Не сбил. Патронов нет. Есть гранатометные патроны. Машины. Блять. Нету патронов. Гранатометных. В том числе. А вот. Есть такое дело. Нихуя. Блять. Тут надо что-то делать. Нормально. Подожди-ка. Тормоз. Берем, хуярим. Блять, да куда она улетает? Да чё она улетает, я не понимаю. Так, хорош, хорош, наверное. Я подбил. Блять, не подбил. Подбил, нет? Сука, отбил он, собака такая. Так, подбираю патрончики. Так, есть. Ну-ка, ну-ка. Да подбей его нормально. Блять, он так жарит. Надо прятаться тупо. Так, где? Где? Есть. F5. Сука, 4 хп. Но я его снес. Снес с 4 хп, а вот еще аптечка, хорошо. Ладно, хоть аптечка есть. Не так жестко. Ладно. С этим мы, в принципе, справились. Что такое? А, движок. Так, а как сюда проехать-то? Расчистить, наверное, надо. Территорию чуть-чуть. Так, это не чистится. Хорошо. Так. Что это такое? Жигули какие-то. Наверное, жигули. Я не знаю, я не разбираюсь в жигулях, там всяких вот этих вот. Так, допустим, я все, красавчик, просто разобрался по-быстрому.
Тихо. Здесь полезные вещи. Все спокойно, там аккуратно, тихо. Бля, залезь. Все, 100%, да, нормально. F5. Да, все нормально. Это трава просто, окей. Поехали дальше. Во, видишь, как нормально все проходит. Никаких проблем не составляет мне борьба с этими. Чуть-чуть газа, потому что... Тихо. О, вот это нифига ты заехал. Так, что такое? Что это? Что это такое-то? Слышь? Чё это за хрень-то? Пошел нахер. А, он взрывается. Я надеюсь, он сюда не вернется, вот этот мяч непонятный. Бля, развернуться бы как-то нормально. Тихо. Так, ладно, развернулся. Спокойно, аптечка, нет. Тормози. Нет аптечки. Это мусор просто, ладно. Ой, бля. Ладно, можно машины разносить, в принципе. Не жалко, спокойно. Трасса, шоссе очень жесткая. Тихо там, опа. Бля, как бы вас выкинуть? Чё-то глагать-то начало. А можно их кинуть? В них. Блять. В дома надо. Ладно. Тихо, тихо. Есть. О, бля, граната прилетела. Так, подожди, я что-то не готов был к таким действиям, нихера. Блять. 2 хп. Так, ладно, аптечка была тут. В принципе. В принципе, аптечка была. Есть аптечка, есть потрошки. Так, ладно, ящик трогать не буду. Энергия, потрошки. Чё это за хрень-то? Как ею пользоваться? То есть её можно брать и запускать. Странная хрень, на самом деле, непонятная весьма для меня. Так, а что там, автомат-то полный, да? Полный. Так. Так, здесь все закрыто, а здесь можно зайти, кстати. Так, где? Дети, идите сюда. Пизду. Мало ли я отсюда разнесу. Блять. О-о-о. Да блять, где я? Сюда можно залезть? Можно. А смысл?
блять. Ну, конечно, да. Так, где сохранился-то? Ох, ясно. Идите нахер. Бать въехал. Блять. С дробовика только надо ебашить, потому что что-то прям плохо все. Ну да, ну да. Что-то не получается здесь нормально. Можно я их пристрелю, вот этих? И что делает? А, нихера. Пошло нахер. Можно я выкину их? Нахуй вам не нужны тут. А, они в воде взрываются тупо. Так, пацаны, заебали. О, бля. Так а чё? А, на них не действует, типа? Блять, давай, разворачивайся. Надо немного убежать. Убежали, и сейчас будем ебошить так. Сука, хочешь так заехать тебе? Ладно. Тихо, назад. Вперед. Я меньше так жизни потеряю, на самом деле. Опа, херня. Пошел нахер. Взорвайся там в воде. Взорвался. Так, мне здоровье нужно. Да хера. И в пятерку делать. Так, а чё я? Я ж могу... Как бы, если чё, вдруг... подорвать этих пацанов. Норм. Норм, чё? Так. Жестко, жестко. Блять, беги. Да, сука. Ладно. Что ты взял? Выкинь нахер. Чё там подорвал-то, дебил? Сейчас подойдет. Вот ты, сука. Мразь. Мразь какая. Так, ладно. Надо проехать дальше, потому что тут делать-то особо нехер. Чё вы тут прячете? Дом какой-то. Нихуя модные ковры здесь. Бля, бухали тут, что ли? Хер поймешь. Так, помыться нельзя. Какие-то коллайдеры здесь. Черный вход. Че двери закрываются-то? Наверх еще можно залезть. Так, а че наверху тут? Блять! Блять, ты с дробовика так хуяришь. Жестко. Угу. Сейчас подойдет. Блять.
Нахуй. Все? Хорош. Фу, бля. Чё так темно-то? А. В принципе, не страшно. Ничего больше нету здесь. Чё-то наверху-то было. Они мне не дали досмотреть. Так, потрошки. Все, конечно, полезно, но... Чё дальше? Я не вижу. Чё тут дальше? Я ничего не вижу. Так, дверь выломали мне. Нахуя? А, так тупо дальше просто ехать. Чё я? Зачистил территорию, поехали далее. Дальше. О, тихо. Может быть, ты исправишь это как-то? Я надеюсь. Исправить, да? Ой, не, еще хуже стало. Как бы здесь не ёбнуться. Не хочет. Так, ладно, F7 тогда. Тихо. Так, ну здесь можно исправить. Здесь-то ладно. Здесь можно даже сесть. Так, аккуратно. Все, поехали. Так, это нельзя просто выкинуть. А там сучки эти. Да, блядь, зачем ты это взял? Можно с гранатом-то, в принципе, их ёбнуть, но... Пока гранатами попробуем. А, есть, нормально, с гранатами. Сработал с гранатами. Блядь, чё не приседаешь-то? Ладно, гранатомёт возьмем. Блядь, чё-то плохой гранатомёт. Тихо. На, сука. Так я ебал. Короче, пацаны заебали. О, блядь. Так, ну как бы в пизду. Хули вы мне сделаете? Так, ладно, они мне аптечки разбили. Это собирать надо. Так, надеюсь, попаду. Где вы попрятались? Чё, все сдохли? Смотри, в натуре сдохли, походу. Походу сдохли, да, вон валяется собака сутулая. Поехали, чё я буду тут с ними торчать? О, бля, чё-то не хочет ехать. Ну-ка, тормози. Что такое? Надо расчистить себе дорогу, может? Ну-ка. Точно. Расчистить дорогу надо было. Потому что они завалили ее. Так. Сейчас бы не въебаться в что-нибудь. Спокойно. Так, блокпост, да? Или хули? Так, ну мы доехали до какой-то цитадели. Не до цитадели, а до чего-то доехали. Расчищать дорогу опять. Так, это не притянется. Блять. Так, это не отбросить, это... Ладно, думаю, проеду. Ну да, тут уже проехать можно. Так, подожди. Возьму-ка я другие наушники, потому что в них
Более лучше слышно. Так, давай. Газу. Вот ты собака какая. Надо тебя отбрасывать. Давай. Ну-ка, залезь. Чё ты, Гордон? Мешает. Сука, Жигули. Мешают мне проехать. Прикинь. Жигули мне мешают проехать. Так, это меня не пропустит, судя по всему. Бля, не пропустит. Патруль. Патруль. Ты что там забыл, скотина? Я тебя сейчас уничтожу. Ты меня понял, нет? Так. Башку свою давай сюда. Ой, бля, разброс у нее, конечно, жесткий. С пистолета попробуем. Куда мне звук идет? В наушники. Я наушники поменял, потому что в этих очень жестко с чувствительностью. Ну там ебанутый разброс, я не попаду. О, пизда. Ну да. Ну да, ну да. О! Можно было и так. Разъебать тебе. Так, ну пока здесь. Чё бы нет. О, теперь надо бежать отсюда. Надо машину сюда заехать. Сбоку. Попробуем. Влезет? Не влезет. Плохо. А влезет же. Ну-ка. Подожди, должна влезть. Так, это херня. Иди-ка сюда. Ее надо выкинуть. Ее надо выкинуть. Так, я... Чё, я попробую заехать. Вот сюда. Ровненько. Чё, не залазит? Габариты мешают. Должна влезть. Чё не влезает, я не понимаю. Ну-ка. Не хочешь? Никак. Даже через бак. О, залезла. Так, ладно, попробуем туда еще запихнуть ее. Может, сюда тоже залезет? Через бак. Ты как-то... Ага. Не хочет, давай еще. Тихо, 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 тихо. Опасно сейчас было прям. Так, ее надо затолкать. Ой, ой-ой-ой-ой. Так, сохранение. Блять. Ну да. Я так и думал, что сейчас будет. Тут что, прям тоненькое? Охуенно, бля. Не, ну как бы мы пробуем просто, потому что почему бы нет. Блин, ну почему ты падаешь? Где нормальное было сохранение здесь? Автосохранение, это где? Угу, это здесь. Окей, давай разъебем его. Вот ты, сучка. Ладно, он упал, теперь давай попробуем все-таки машину закатить. Все-таки она закачивается туда, я это понимаю. Надо закатить как-то аккуратно просто. Блять, не надо, зачем? Так, ровненько. Теперь заезжаем, смотри-ка. И пытаемся ее... Как-то боком, аккуратненько. Так, сохраняюсь, во-первых. Во-вторых, хули бы нет. Ну, подпрыгни нормально, алло. Ой, блядь, я хочу машину туда загнать. Я думаю, что это, в принципе... Ой. Что, в принципе, это вполне себе реализуемо.
Надо в куть и... Это в угол как-то ее ебануть, чтобы она залезла. Или чё? Так, это слишком. Можешь залезть? Оп, тихо. Тихо, спокойно. Припихайся, ну. О. Так, это что, патрончики сюда можно загружать? Тихо. Что делаешь-то? Блять. Как же неудобно здесь получилось у меня положение мое. Короче, меня отвлекли. Я чё, я пытаюсь машину за это закинуть, и она опять в эту сторону стала. Бля. А можно я ее здесь подтолкну? О-о-о. Пизда. Да. Я не знаю, мне кажется, ее можно подтолкнуть, ну, в смысле? Как так-то? О! Бля, ты не толкаешься дальше, тупо. Ну, тупо вылетает, ясно. Почему? Может, как-то боком? А хули нет? Залезь. О! Другое дело. Сейчас бы еще в эту колесо бы залезло, сука. Жирное колесо. Че, патроны подбираю? Ну, можешь же залезть. Если захочет. Сука, застряла машина, походу. Я хуй знает. Ну, надо как-то ёбнуть так, чтобы она вылетела отсюда. Бля, я не понимаю, короче. А, так это патроны у меня сзади просто запасные. Или хули. Бля, залазишь? Или нет сегодня? Ну-ка! Ой, в пизду. Я не знаю, что с ней не так. Ебаное колесо не залазит. Может, под это колесо? Ну, оно почти залезло. Ладно, хрен с ним. Давайте тогда рассматривать, что тут есть полезного. Шины какие-то запасные. Вот и нехуй ходить тут просто. Блять, начинается. О, тихо. Вот эта штука, она меня ебать бесит. Нехорошо пошло все, нехорошо. Слышь, машина, ты заебешь. Заебешь в натуре. Надо задом ее как-то запихнуть туда. А, кстати, задом может, в принципе. Может, задом давайте ее запихнем. А чего бы нет? Запихнешься? Запихнешься, конечно же, запихнешься. Во, норм. Так бы и сразу. А то хули. Стоим тут что-то. Гогочим. Непонятно о чем. Хитрость. Оно такое дело. Только не говори, что ты тут застрянешь, не можешь ехать. Блять. Пошел нахер. Пошел нахер. Так, еще там один был, помню. Так, короче, этих чуваков надо снести, чтобы они мне тут не мешали, мозги не ебали. Так, где они? Так, сейчас взорвется и так. Норм. А, нахуй, я буду экономить что-то. Патроны какие-то, не буду я экономить патроны. Бля, дробовик. Бля, я только машину вытащил. Задом ее надо вытаскивать. Вот в чем проблема.
Тяжелый случай. Тяжелый случай. Ну, задом так задом, хули. Главное, не вылезай на этот бортик. Вот все. Вот это уже жопа. Бля. Надо было сохраниться. Чё-то я не подумал. Так, ладно, давайте я, наверное, на паузу поставлю, чтобы не долго эта херня не мается на видео. Блять, залезь же. Так, я понял. Я понял, будем так докидывать. Чуть-чуть надо вправо. Ну да. И теперь тут аккуратненько пропихиваемся. Опять колесо застревает. Так, ладно. Ой, короче, я не знаю. Я заебался это выключать, включать. Я заебался тупо. Потому что ее я не могу никак. Мне как-то получилось, а теперь и не получается. Ладно, возьму дробовик против них. Норм. Норм так въебал. Кровопотеря. Бля, что я делаю? Я что-то запутался вообще. Так, ну вот как тебя, собака, вытащить туда? Так было бы гораздо проще. Но она не хочет вытаскиваться, я не знаю. Давайте их разъебем по-хорошему просто. Да и все. Бля, как же дробовик этот выносит его? Заебешь. Рейнджер 3, а хули там. Гранатку потерял, кстати. Чё это? А, собаки эти. Бля, хожу эти заебёте. Шарики ебучие. Так, тихо, шарик, идёшь нахер. Вот ты какой, сволота. В натуре сволота. Так, взорвалось, хорош. Может, это выключается где-то, я не знаю. Ну, типа, я не могу ничего с этим делать, машину никак не перетащить. Так, граночки, греночки. Запись-то идет. Запись-то идет. Чего у вас тут полезного еще было, пацаны? Патрошки. Это собака какая. Иди сюда. Ушел нахер. В воду. В воду. Патрошки пособираем. Вот серьезно, как это выключить? Ну, как бы, если вдруг ту машину, наверное, все-таки надо перевести как-то сюда. Потому что как дальше проехать, не вижу. Иначе пути, как это вырубить? Может, где-то здесь вырубается? О, кстати. Обесточил. Может быть, откроется? Бля, теперь машину не выгоню, да? Нет, выгоню.
Хорош, допустим. F5, сохраняюсь, поехали отсюда нахер. Я заебался этой машиной тут. Можно было, конечно, схитрить. Но зачем? Если мы нормально, в принципе, и так поехали. Я здоровье все на них потратил, это нехорошо. Это очень нехорошо, ну ладно. Чего здесь? Какие-то странные текстурки. Ой, бля, куда? Нельзя фонарь включить? Фонарь нельзя. К сожалению. К сожалению, фонарь не дает включить. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Пизду. Хотя там, блядь, ништяки были, может быть. Ай, ладно, хрен с ними. Я застрял. Почему? Почему ты застрял? Въехал в столб. Ладно, давайте зачистим территорию. Спокуха. Обнаружен незначительный перелом. Бля, ничего нет. И у тебя потрошки тупо, ладно. Как бы, ага. Развернуться здесь нормально. Ладно, едем в тут ангар непонятный. Должен зачищать, наверное, скорее всего. Тихо. Пока все спокойно. А, сучка. Ты с дробовиком далеко не можешь ходить. Где? Понял. Бля, не туда. Ладно, хер с ним. Откуда стреляет? Я не вижу ничего. Угу, угу. Так, надо было сохраниться. Где я? Что со мной? Ой, ладно. Ничего страшного. Так, сейчас того хера надо сбить с ног. Бля, откуда? Сзади, что ли? Нахуй. Оп, припаркуемся. Так, автомат, дробовик. Куда пошел, блядь? О, блядь, какое же слабое оружие у меня. Просто я хуею. Ладно, либо ждем, либо чё. Ну да. Либо так. Так, здесь больше никого нет. Блядь, не застревай. Так, ну дробовик нормально так гасит их. Блять. Ладно, зачистил одну. Блять, 0 хп. Почему так хреново? Да куда ты поворачиваешь-то? Так, тот хуй меня хотел чё? Убить или как? Он что-то стоял здесь. Ну-ка, притормозим, посмотрим. А, убить хотел. Ну, ты идешь в жопу, значит. Так, ладно, он здесь сидит, в принципе, не нужен нахер. А вот базу надо зачистить. Бля. Да. Да. Что-то прям очень плохо. Да, сейчас зачем ты поворачиваешься здесь? Надо было с этими пацанами не очень сильно там разъебывать их. Все здоровье на них потратил. Тихо. Оп, нахуй. О, вот это. Подлечился. Тихо, тихо, ручной тормоз. Блять, залезь. Так, есть тут альтернативная атака или нет? Вот что меня интересует. Как бы проверить, сейчас не очень-то охота. Есть альтернативная атака с двух патронов. Блять, вылезь. Так, и в пятерка. Блять, не получилось. Давай еще раз. Есть. Выхлестнул.
F5. Есть. Так, тихо. А ты собака какая. Поближе подойди. Есть. Ох, бля. Заходите, пацаны. Я как бы не жалею. Вот ты смотри, какая через текстуры ходит собака. Опа-на. Ну-ка, вылазь. Секун. Бля, секло. Как это выкинуть? Ну, где он? А ты какой, собака какой. Противная мразь. Ладно. Здесь, в принципе, подчистили. Хорошо, с двух ударов на правую кнопочку неплохо так вносится с первого раза. Будем иметь в виду. Есть кого? Опа, нет. Засада, нету засады. Аптечка есть. Аптечка — это хорошо. Так, бухлишка. Всякие очистители. Бля, как наверх залезть? Давай тумбочку. А, бля, тумбочка упала. А, ладно, так залезу. Монтировка. На всякий. То мало ли, какой хуй спрятался здесь. Ой, бля, что-то хуёвый здесь прицел на самом деле. Блять. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, можно его... О, бля. Так, я его убил, нет? Так, это чё, раскаленный арбалет? Хераси. На всякий случай я закину гранату сюда. Мало ли. Так, ладно. Кого-то там пересобачил. Бля, вылезь. Бля, не попадаю, что ли? Так, на гранату еще, собака. Хуёво, походу, попал. Но, наверное, попал. Бля, здесь неудобно. Так, а здесь что? Наверх можно? Закинуть гранату? Ну-ка, закинем. О, хорош. Так, гравипушка берется. Чё выдергнуть можно? Стол, стулья, шкаф, шкаф пойдет. Вполне себе. Вот так вот поставь. Так, где у меня мой арбалет? Кто там лазит? О, сука. Пошел нахер, пиздюк. Ох ты ж. Уви, 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 я понял. Где этот хрен? Черная. Сейчас я его раздолбью. Наверное. Так, ушел вниз. Падла. Падла, где? Убил, нет? А, вроде убил, ладно. Так, аптечки, энергия. Так, лук, арбалет. Где есть патроны? Блин, ну он так выхлёстывает неплохо. Но патронов маловато. Ладно. Будем иметь в виду, что у нас есть арбалет с раскаленный. Сука. Не увидел его. Падлу. Такую. Ладно, он мне, в принципе, нихуя не сделал. Серьезного. Так, это я на их базе до сих пор. А чё? Ага. Так, здесь все зачищено, а здесь что? Здесь я не защищал даже. А, здесь я был. Вроде как. Так, потрошки.
Нихуя полезного. Ну как нихуя. Ну плюс-минус. Ладно. Ничего полезного здесь не было. Надо идти походу вверх. Ехать. Посмотрим. Сюда выйдешь? Должен был выехать на самом деле. Ну-ка, газани немножко еще. Давай, давай, давай. Во, нормально. Тихо, ручник. А ручник не работает здесь. Как надо. Тогда либо с той стороны надо переезжать их. Ну, давай попробуем с этой стороны переехать. Здесь вроде дорога есть. Главное не застрять сейчас в этих колышках. Да, дорога здесь есть, окей. Такая себе дорога, конечно, какая есть. Железная, кстати, дорога. Кстати, железная дорога. То есть их... А здесь не пустят. Окей. О, бля, высоко. Так, то есть где-то питание надо вырубить. Вопрос только как... И где? Хороший. Так, не застревай, пожалуйста. Машины здесь их вроде нет. Чё питает эту, я не понимаю. Так, ну можно ветряк попробовать сбить. У нас там были гренки эти. Специальные. Ну-ка. Наведение. Наведись. Куда-то вот сюда попробуем еще. Не. А так? А так ничего. Так, ну либо туда. Ну-ка, а где я сохранился-то? Угу. Здесь я сохранился. А где у меня были эти? Коробка здесь лежала где-то. Где-то здесь коробка лежала. Алло, где коробка-то? Так, ну ладно, давай похеру отсюда попробуем пальнуть. Вон в ту башню. Походу ничего не дает. Так, еще секреточка. Патрошки обычные. Так, а вот и гранаты вот эти вот. Ну то есть нам 100% надо что-то захерачить. Вопрос только что. Я не понимаю, может быть ветряк все-таки? Ну как, куда? Она не ломается вроде как. Или ломается, я не понимаю. Ну-ка еще. Да не, она не ломается. А здесь есть какой-то прицел. Так, ну либо туда надо пальнуть. Что-то я тоже не понимаю здесь. Что-то надо разбить. Мост. О, бля, хэдкраб ходит там. Что-то там забыл. Хэдкрабушка. Вот туда может пальнуть. Можно попробовать. А, там дверь какая-то, слышишь? Так, подожди, у меня есть арбалет. Арбалет у меня есть. Ой, не надо. Угу, тут какая-то дверь, туда можно войти, в принципе. Тихо. Так, если я сейчас паду, если я разобьюсь, нет, сохранять. А, да-да, ну конечно. Как знал. Тихо, ну да, не долетаю что-то. Надо с другой стороны зайти, наверное. Ой, бля. А, я думал, баг какой-то. Нихуя, не баг. Ну, спускайся аккуратненько. Тихо. Дробаш, на всякий случай. Здесь ничего не надо мне. Так, и в пятерка. Загрузка. Внезапно. Почему бы нет? Так, ты только не зависай при загрузке такой. Ну, красиво, ничего не скажешь. Весьма вполне себе красиво. Так, это мост.
Это, кстати, мост. Наверх можно подняться, забрать свою энергию. Можно сюда вылезти. И я на краю, короче, моста. Охуенно. Туда можно еще пролезть как-то. Ну там что-то... Ебать. Как бы я... Сейчас бы скриншот сделал неплохой с такими видами. Так что ли? Или вот так? На превьюшку вполне себе. Или мост взять. Не знаю, скучный немножко мост выглядит. Так, я что-то мне забрал-то где? Все забрал, вроде как все. Так, подожди-ка. Здесь тупик, а туда надо прыгать. А там что можно было разъебывать? Внизу еще что-то было. Так, ну я сюда зашел, такой взял. Подружки, ага. Бляха. В натуре. О, еще лесенка есть. Как бы сейчас не наебнуться с нее. Птички, природа. Клево у них тут. Клево, ничего не скажешь. Так, ладно, лесенка наверх, пойдем. Не надо, не надо, ага. Ну тут прыгать, тут только прыгать получается. Пошли. Так, не туда. Походу только прыгать. Ну давай. Так, а сюда что? Сюда тупичок. Опа, запрыгнул. Хорош. Молодец я. Блять, зачем, зачем, зачем это кинул? Дебил. Я потому что не ожидал его тут увидеть, на самом деле. Бля, что-то мост рушится. Чё, мост рушится? Бляха, походу, да. Надо бежать отсюда. Опа! О-о-о! А чё с мостом? Чё за землетрясение пошло? Так, ну-ка, может, не надо было взрывать ничего? Я дробовик возьму на всякий случай, просто потому что что-то... Вот это... Во, ничего не трясется теперь. Охуенно. Не трясется? Бля, что-то происходит. А туда не долечу, потому что это не надо туда было прыгать. Здесь надо как-то аккуратно ходить. Что за пиздос тут творится, я не понимаю. Но, наверное, я сейчас пойму. Сейчас как офигею здесь. Опа! Аккуратно. Бля, там птичка стоит. Что такое? Что происходит? Это такие баги или что? Так, где птичка? Птичке не надо мне. Что с мостом? Там что-то идет? Огромное или что? Пока ничего не понятно. Поэтому... О! Неплохо. Так, лук. Этот арбалет. Откуда? Кто? Где? Чё? А ты, сука. Какие? А ты, сука, промахнулся. Ух, прям в это... пиздюлечку залетел. Прям в пиздюлечку залетел, прикинь. Ты представляешь себе в пиздюлечку залететь? Кто ж такое делал еще? Никто. Так, окей. Дробаш беру, наверное, все-таки. Как-то неудобно здесь лазить. Тихо, тихо, тихо. Скотинка. Мешает мне. Не мешай мне. Опа. Зашел на их базу. А ты собака. Где? Где нахер? Так, нам туда, на ту сторону, судя по всему. Да отстань. Отъебись. Отъебись.
Так, а чё, да? Сюда? Сюда же. Вроде как. Или нет, это назад я пришел. Подожди, где я? Чё-то не понял я. Я чё, назад вернулся? Как это получилось так? Бля. Не, не назад. Хорош. Есть такое дело. Опа. Выносим нормально. Где еще? Сук, не лагай только. Наверху где-то? Наверху прячутся собаки. Не могу к ним залезть на самом деле, потому что... А, могу. Ох, сейчас вы пизды получите от меня. Ты, блядь, как? Что? В смысле? Так, я куда? Сюда? Ты, блядь. Башку разнесу тебе. Блядь, ладно. Ладно, не выебываемся. Не бейся руками. Нечестно так нихуя. Тихо, тихо, тихо. Гордон, слезь, блядь, с лесенки ебаной. И в пять. Есть аптечка еще. Гранатку закинул, да и хули с ними. Ох, нормально ебануло. Так, ты тоже хочешь получить? На. А, не попал, ладно. Да, еще и оглушил себя. Вот это заебись. Так, что может... Не, жалко. Жалко, жалко, жалко. Понимаю, жалко. Опять не попал, что ли? Попал. Сука, живучий этот с дробишом. Его надо расстрелять как-то. Так, чтобы он попал мне в поле зрения мое. Бля, патронов до хуя просто. Можно выстреливать. Где он там прячется? Сука, не прячься, я тебя найду. Я ж тебя все равно найду. Хули ты прячешься? Все? Легли. Легли в натуре. Чё, закрыто все? Так, погнали наверх. Патроны пособираем, потому что нихуй у вас... Так, тут где-то мои... А, ящики я поразбивались уже. Хорошо. Дробовик. Нахуй. Еще наверху есть, да? Конечно. Куда бы им деться? Кто-то наверху мне стреляет. Здесь, что ли? О, да, действительно. Блять, как же неудачно зашел-то. Ну-ка, выйдешь, нет собак. Блять, блять, блять. Блять. Ну все, я выстрелен полностью. Окей, где я сохранился-то? О, заново. Издеваешься? Ладно, давай выхлестну несколько из арбалета, потому что я заебусь. Надо дробовичников. Остальных можно, в принципе, не жалеть так. Попал, нет? Не попал, в воду попал. Так, граната прилетела, нет? Нет. Тут что, труп, нет? Бля, ну пруть попадает. А да, попала. Хорош, меткий тип. Сбежал. Так, это кто? Это сейчас посмотрим. Труп, смотри, висит. Ах, лох лошарный. Есть. F5.
Здесь еще одни лохи сидят, вроде как. Из этой стороны. А, я их пострелял. Хули. А вот сейчас надо бежать. Здесь надо сохраняться. И как повисли пацаны, неплохо. Так, подзарядились. Бухлишко попили. Так, сейчас бы сохраниться. F5, да? Сука, вот тут пацаны сидят еще. Опасные. На гранату, пацаны. На еще, мне не жалко. О, бля. Ясно. Заметил, падла. Заметил, падла. Так, я буду сохраняться, потому что... Че, ящики скидываете, пацаны? Это не культурно. Пацаны, это... О, ясно. Тут надо... Против тебя. Блять. Вот так делать, потому что ты заебешь. Слишком долго стреляешь. Так, я разъебал их хату тут. Непонятно. Я вырубаю мост. Я вырубил мост, да? Bridge access inactive. Хорошо. Я подзаряжусь, пацаны, если вы не против. И на этом мы сегодня закончим. Потому что дохуя играем уже. Пацанчики. Так, это что такое? Ага, это я вырубил. Это я молодец, а вот сейчас надо съебывать отсюда. Как ни крути. И заканчиваю серию. Поэтому все, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И до скорой встречи. Всем пока. А я сохраняю игру, потому что нехуй.